Приветствую вас на канале «Современные родители». В этом обзоре расскажу про электрошвабру X-Bot RM2. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рада вашей поддержке. Комментируйте видео и ставьте лайки. Электрическая беспроводная швабра X-Bot RM2 отличается надежной конструкцией корпуса. При производстве девайса применяется высококачественный пластик, выдерживающий нагрузки, встречающиеся в процессе эксплуатации. Ручка удобно лежит в руке, а нижняя часть плавно передвигается по очищаемой поверхности. Вес устройства составляет всего 1,1 кг, который абсолютно не чувствуется во время использования. Ручка швабры имеет возможность наклоняться в разных направлениях. При наклоне вперед или назад угол изменения относительно сторон может достигать 45 градусов. А при наклоне влево и вправо угол наклона достигает 180 градусов. В результате чего RM2 может достать до самых дальних уголков комнаты и различных труднодоступных мест. Благодаря возможности регулировки длины ручки, электрическая швабра X-Bot RM2 подойдет для выполнения различных задач и будет оптимальной по размеру для людей различного роста. Ручка может быть по длине либо 70 см, либо 106, а за счет уникального шарнира швабру можно парковать вертикально ориентированной ручкой. Беспроводная электрошвабра обладает продуманным дизайном и компактностью, что придает модели маневренности. В результате швабра может проникнуть в труднодоступные места, а самому пользователю максимально удобно управлять девайсом и выполнять уборку даже в большом по площади доме. Электрошвабра X-Bot RM2 оснащена двумя вращающимися дисками, на которые устанавливаются многоразовые салфетки из микрофибры. Благодаря одновременному вращению двух элементов девайс достигает высокой эффективности очистки твердых поверхностей и значительно сокращает время проведения уборки. Надежный и мощный двигатель обеспечивает вращение дисков с салфетками со скоростью 127 оборотов в минуту, что обеспечивает не только высококачественную влажную уборку пола, но и дает пользователю возможность полировать полы и другие поверхности. Вращаясь на 360 градусов, салфетки не размазывают грязь, а чистят поверхность. Многоразовые салфетки, принимающие непосредственное участие в уборке, эффективно впитывают в себя различную грязь и оттирают засохшие пятна. Они притягивают к себе пыль и удерживают ее на себе за счет тонких волокон. Также стоит отметить, что салфетки имеют многоразовый принцип использования. Проанализировав отзывы, я выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Тряпочки надо постоянно простирывать. Въевшиеся пятна еле-еле убирает. Медленное вращение тряпок. Теперь перейдем к положительным. Легкая. Заряда хватает на трехкомнатную квартиру. Чисто убирает. Выглядит добротно. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».